Интер, спасибо огромное за честность, поддержку. Мы вас любим. Мы с вами. Да хранит вас Господь. Это отрывки из реальных писем зрителей телеканала Интер. Это ваши слова. Не надо бояться. Которые дают нам понимание того, что все, что мы делаем, нужно миллионам. Что все это не зря. Для нас ничто не забыто. Для нас никто не забыт. Больше всего слов благодарности и поддержки мы получаем от наших зрителей 9 мая. Мы называем вас единомышленниками. За последние годы мы пережили много испытаний. Но мы не уехали из страны, мы не ушли из эфира. Мы изменились, но не изменили себе. И не изменили друг другу. И не изменили тому, во что мы верим. И поэтому сегодняшний праздничный концерт «Интер. Один на всех» посвящается вам, миллионам наших зрителей. Мы празднуем вместе, а значит, мы победили. Завтра в 20:30.